О, новая серия «Ходячих». Ну-ка, глянем, что тут у нас. Don't think about it too much, too much, too much, too much. Да. Ставь лайк, если у тебя тоже такая реакция. После просмотра первой серии 7 сезона у меня полно мыслей и эмоций на этот счет. Знаете, я чувствую некое опустошение, поскольку, ладно, Абрахам, ладно, но Глен был с нами с самого начала, практически с первых минут. И после просмотра серии я словно потеряла важного для себя человека. Да и вообще, столько событий только за одну серию. О господи, это просто пи... Убили Абрахама и Глена. Дэрила забрали в плен. Рик сам чуть не умер. Рик чуть не отрубил руку Карлу. И Ниган вообще его взял на поводок. Хотя, знаете, пожалуй, из всей сериальной вселенной «Ходячих» Ниган симпатизирует мне больше всего. Он такой безумный, властный, просто сумасшедший. Да, мое представление о Нигане немного квентино-тарантиновское. Так будем же реалистами. Нет, мы будем реалистами-реалистами. Да, так что вот что я думаю пока что о первой серии 7 сезона. И да, я знаю, что уже вышла 3-я и 2-я серия, и завтра будет 4-я. Просто первая, вы сами понимаете, как она выбивается. А пока что подпишитесь на мой канал и поддержите меня пальцем вверх. Пока! Street.